На фоне угрозы начала полномасштабной агрессии России против Украины, РФ перебросила к Азовскому морю отряд боевых кораблей. Через Керченский пролив в Азовское море 20 февраля прошли три больших десантных корабля в сопровождении отряда с противолодочных и патрульных кораблей, а также ракетных катеров. В то же время Кремль объявил, что закрывает небо над Азовским морем с 21 по 26 февраля включительно. Теперь в Азовском море находятся два больших десантных корабля проекта 775 «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», и один проекта 1171 «Саратов». Десантная способность каждого – один батальон морской пехоты с бронетехникой. Однако в России на том же «Саратове» месяц назад отработали использование корабля со значительной перегрузкой. Также замечены малый противолодочный корабль «Ейск» проекта 1124М, патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 и ракетный катер «Набережные Челны» проекта 12411М. Все корабли принадлежат к Черноморскому флоту РФ, а наиболее современным из замеченных является «Павел Державин», вооруженный 8 крылатыми ракетами «Калибр» и спущенный на воду всего 2 года назад. Также следует отметить, что 14 февраля Минобороны РФ сообщила, что оперативные отряды кораблей Каспийской флотилии будут направлены в Черное и Средиземное море. По состоянию на 17 февраля сообщалось, что 20 кораблей флотилии вышли на учебу в Каспийское море. В Черном море остаются 10 больших десантных кораблей, 4 из которых приписаны к оккупированному Севастополю, а 6 переброшены с Балтийского и Северного флотов. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.